Харьков каждый день подвержен обстрелам, каждый день город разрушают. И, конечно же, я была вынуждена бросить все, я была по работе там, и забрать своих детей и вывести в целях безопасности. Мы боялись, я боялась выезжать, но тем не менее на свой страх и риск я выехала в этот период. Я помню, как меня папа разбудил и сказал: ну, сынок, собираемся, началась война. Как только я прибежал в коридор, я услышал сильный взрыв недалеко от нас. Я понял, что война действительно началась, и начал быстро умываться и собираться. Вот, домашнее задание – это третья страничка от первого задания по шестое. Пишите правильно вопросительно. Форма набыла гола сын. И мы надеемся, что нашим деткам будет хорошо в болгарской школе. Очень надеемся. Да? Да. Ну, дети должны ходить в школу, они должны быть социальными, они должны адаптироваться при любых обстоятельствах. Что бы там ни происходило, мы не знаем, что будет завтра. Дети сейчас должны быть полезным себе, развиваться, учиться и добиваться каких-то результатов. Это задача каждого родителя, как мне кажется. Ну, в первую очередь я хочу поблагодарить болгар. Спасибо этой стране. Это самая замечательная, наверное, страна с самыми лучшими людьми, которые нас приняли, которые нам предоставили жилье, нас кормят, нам помогают.